Вопрос 121. Русская православная церковь за границей называется свободной, как правоприемница дореволюционной церкви. Но церковь разве была свободна от светской царской власти? Или термин «свободная» относится к другому? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Русская православная церковь никогда не была свободной. Ни при царе, ни при коммунистах, ни при демократах. Зарубежная церковь, называя себя свободной, имеет в виду, что была свободна от сталинского режима и от коммунистического насилия. Но свобода ее и за рубежом была весьма относительна. Пусть зарубежные священники пробудятся, на первое место в своей деятельности поставят проповедь, как американские сектанты в России и католические ксенды. Тогда они познают в течение одной недели, что есть западная свобода и какую узду наденут на них в Италии и других странах. А так как они ограничивают свою деятельность одним храмовым богослужением, то они не страшны и никому не нужны. Они никого не трогают, и они свободны в своем ничего не делании, в глубочайшем молчании и затворничестве. Это рабство, ограниченность рамками традиции считают свободой. Свобода во Христе – это свобода духа в распространении евангельской вести всему, всем и повсюду, даже до смерти. Про несвободу синодальной церкви в России и говорить неприлично. Гришка Распутин мог вмешиваться в постановку епископов. Царь назначал епископов, синод только утверждал. Травили старообрядцев, а это значит травили всех своих предков, уже отошедших из этой жизни в их лице. Не обличали царя и доигрались в послушание монарху, что сами загремели по лагерям смерти и царя погубили своим подхалимажем. И более всего удивительно, что Иоанн Кронштадтский, громивший Льва Толстого и революционеров, ни слова ни разу не сказал в обличение царю.